Это Санта, а это Дейзи. Это Дейзи, да. У меня в руках находится Дейзи. Мы продолжаем такой импровизированный тест-драйв собак вместе с очаровательными хозяйками, которые находятся в нашей студии, потому что что, Антон? Потому что год собаки через 3 дня уже наступит. Все действительно так. И вот, не знаю, насколько хозяевам домашних животных, вот именно собак, предстоящий год будет более удачен, успешен, а возможно и нет. Сейчас об этом мы болтаем. Давай начнем тогда. Доброе утро, здравствуйте всем тем, кто вместе с нами. Всем собакам привет. Наверное, нужно сказать гав-гав. Антон, ты умеешь по-собачьи здороваться? Пока нет. По-моему, после этого эфира я научусь. И не только это делать, я научусь. Посмотрите, пожалуйста, на Санта-Клауса, наездника. Это, ну, это сразу, невероятно милое зрелище. Сразу видно, что, наверное, вот символ, который будет в новом году, наверное, обязывает хозяев чуть расторопнее их готовиться к предстоящим праздникам. Вы всегда наряжаете домашнее животное на Новый год? Или только вот в этом году? Да, конечно, это наша традиция. Традиционно. Кто шьет костюмы? Наша идея, придумываем, и все помогает нам наша знакомая. То есть это не покупные костюмы, нет, это именно нет. Вещи, которые создаются специально, что называется, в штучном и единственном экземпляре. Антон, давай, я вот предлагаю сейчас у каждых наших гостей спросить, какие вообще породы сегодня представлены собак. Давай, ну, давай вот начнем, тогда экспресс, начнем с тебя, Антон. Какая порода представлена у тебя сейчас? Я растерялся. Начни с другого края. Давайте начнем тогда издалека, дадим Антону возможность подумать или подслушать. Кто у вас в ручках? У нас немецкий шпиц. Немецкий шпиц. Йоркширский терьер. Йоркширский терьер. Шпиц. Шпиц. Шпиц, это я уже узнал. Йоркширский терьер. Вот она, Сан. У тебя тоже, Антошка, терьерчик йоркширский. У вас кто? Йорк. Йорк. Так, у вас? Бигли. Бигли, бигли. Такса. Такса. А у нас папа такса, а мама баллонка. Мы метисы. Метисы. Антон? Ну, вы все про нас поняли. Йоркширский терьер у тебя в руках. Ну и, собственно, еще шпиц. А у меня? Шпицев много не бывает. Йорк. У меня тоже Йорк. Так, рассказывайте, вы как-то особенно готовите новогодний стол для собаки? Ну, для собаки нет. Ну, наверное, правильно сказать, новогодний пол в таком случае. Готовите? Маленький пудинг, да, как мясной пудинг, и это ставим, и вот барышня у меня любит. А кто приготовил для своих домашних питомцев подарки на Новый год, под елочку? Дарятся вообще собакам подарки на Новый год или нет? Или... Конечно. Введите традицию. Вопрос, традицию. Вот, да, мы насущный вопрос вот обсуждали вчера с нашим экспертом. Подскажите, пожалуйста, боятся ли ваши собаки фейерверков, громких звуков? Да. Как они себя ведут? Вот если боятся, сейчас спросим у тех, у кого есть такая вот маленькая проблемка. Пугается, как да? Понять, что собака испугалась? Не, ну она реакция по реакции сразу бежит, и все, и приходится ее ловить. Я думаю, что, Антошка, наверное, показателем является тот факт, что собака оставила подарок под елочкой для своих хозяев от страха. А ваши не боятся, да, пиротехники громкой? Нет. Как вы этого добились? Что вы делали? Они очень хорошо дрессированные, участвуют в соревнованиях с танцами, собаками. Не показывают страх, наверное, просто. Скрывают. Да, Санта? Может быть, они боятся заставить переживать своих хозяев? Так, окей. Расскажите нам, пожалуйста, чем вот в новогодние праздники собак нельзя кормить, по вашему опыту? Что с новогоднего стола лучше им не давать ни в коем случае? Икру. Шампанское, говорю. Икру, потому что это дорого, шампанское, потому что и так мало. Так, свою собаку как породу, да, желательно вообще не давать со стола. Это в зависимости от того, к чему собака привыкла. То есть даже по праздникам тот рацион, который был всегда, невзирая ни на какие обстоятельства. Ну потому что остается же, вот тазик оливье приготовили. Ну для этого есть люди, для этого есть гости, для которых это все сделано, и пусть они этот тазик употребляют. Вот и правильно. Вот и правильно. Ну что, Антон, мне кажется, мы с тобой как никогда сегодня прикоснулись к этим прекрасным представителям животного мира и приблизили свою удачу в новом 2018-м. А вот, знаете, есть такое мнение, что в 2018-м, в год собаки, многие будут дарить собак вот своим друзьям, знакомым. Возможно, и у многих из вас будут, возможно, щеночки. Есть ли люди, которым собираетесь подарить собаку? Есть такие? Да. Антон, подходи к нам. Я двоюродному брату хочу подарить на Новый год маленького Йорка.
А он брат знает, знает об этом? Нет. Он спит сейчас? Он спит. Он спит, точно, да. На учебе. Но, это вас хорошо. Зовут? Настя. Настя, если вы знаете двоюродного брата Насти, не говорите. 2-3 дня осталось. Дарите ему все, что связано с собаками. Корм, поводки. Пускай он не понимает, почему это происходит. Что, зачем это? А потом приходит Настя с собакой, со щенком и та-дам! Спасибо. Мы надеемся на лучшее, конечно. В год собаки собак выбрасывать, конечно, нельзя. Да и вообще, как можно. Давайте. С наступающим вас всех Новым годом. Да. Большое спасибо, что пришли в нашу студию. Мы готовы двигаться дальше. Прямо сейчас, кстати, сможете узнать, что вам приготовили звезды на день сегодняшний. Посмотрим гороскоп все вместе. У-у-у!